Чувашии в реестре проблемных объектов остались два многоквартирных дома. Власти республики и 160 участников долевого строительства борются с недобросовестными застройщиками на протяжении нескольких лет. Сегодня на очередном заседании рабочей группы по защите прав граждан застройщикам пришлось отчитаться, когда же дольщикам предоставят квартиры. Дом по проспекту 9 пятилетки должны были сдать еще в феврале 2009 года, но прошло уже почти 7 лет, а стройка до сих пор идет. Еще в прошлом году застройщик компания «Гарант» выкупил объект у высоты, пообещав завершить все работы в 2015-м. Год уже заканчивается, а режим стройки в режим отделки так и не переключился. У застройщиков есть на то причины. Первая проблема – это снятие обременения с 19 квартир. Вторая большая проблема – это подключение к сетям, наружным сетям. Это электроснабжение и теплоснабжение. Это тоже вновь возникшие вопросы после того, когда мы приобрели этот объект для завершения строительства. Сумма дополнительных затрат по технологическим присоединениям составляет 15 миллионов 700 тысяч. То есть мы на сегодняшний день не знаем, откуда взять эти деньги. И кроме того, не можем распорядиться и продать 19 квартир. В общей сложности это порядка 45 миллионов. Но у инициативной группы дольщиков свой взгляд на проблему. Не один раз мы утверждали о том, что дом можно достроить за счет перепродажи свободных нежилых помещений. И сейчас мы это тоже можем подтвердить. Мы предлагали сделать им расчеты, свои предоставить, от чего они отказались, что дом действительно можно достроить за счет перепродажи других помещений. Еще один проблемный дом – позиция 11Б по проспекту тракторостроителей. Этот дом должны были сдать еще в первом квартале 2010-го, но стройка заморозилась. И только в 2014-м строительство долгостроя взяло на себя строительно-монтажное управление номер 58. Сейчас на носу 2016-й, и у застройщиков есть приятные новости для дольщиков. Сегодня дом готов, сегодня дом под теплом вторую неделю. Сегодня, сейчас мы получим распоряжение главы, сдаем в кадастр, и с завтрашнего дня объявление передачи квартиры дольщика. Заканчиваются работы по улице Гражданской. Скоро 8 квартир, пристроя между домами 101 и 101 корпус 1, смогут заселиться дольщики. По ряду позиций мы уже сейчас вот обратились за справками в соответствующие структуры. Ну, предположительно, вот до конца декабря мы, в общем-то, должны завершить и подготовить объект к сдаче. Мы, в принципе, в свою очередь, там, планируем в январе объект ввести в эксплуатацию. Сейчас необходимо решить все организационные вопросы, чтобы дольщики могли начать ремонт на новогодние праздники. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.